Король хотел выдать замуж дочь, но дочь влюбилась в крестьянина, которого король не хотел менять в качестве его зятя, и он делал все возможные проблемы, чтобы это не произошло. Ну и в конце концов он договорился следующее, что на утро в корзину будет положено два две записки. Одна смерть, другая свадьба. И то, что он утром вынес, то и продает. Ночью король подменил. В обе записки были написаны смерть. Его дочка побежала к этому крестьянину и сказала: беги, тебе ничего уже не спасет. Потому что в обоих записках написано смерть. А что Ксения сказала: я не боюсь. Он пошел и утром вынул записку. Как вы думаете, что он сделал, чтобы взять невесту в жену? Чтобы взять что? Невесту в жену, ну не знаю, принцессу в жену. Он не показал, что он вытащил. Он ее съел. Да. Он вынул записку, не читая, и съел. То, что осталось смерть, значит, то, что он съел. Понятно? Наоборот. Очень часто в бизнесе ситуация вот чуть-чуть развернута. Окей? Очень полезная штука на самом деле. Вот. Если вы наберете всякие задачек на такую перевернутую сообразительность, у вас мозги начнут работать более позитивно. Вы все время будете находить какие-то новые ходы в своем бизнесе. Окей? Так, я единственное, Наташ, а есть этот самый еще один? Я свой там. Нет, свой не надо. Экземпляр есть еще один? Вот, тот, который вас давал. Не надо, свой не надо. Нету? Есть? Чего-то у меня нет.